Федорчук Валентин Валентинович. Привет, Валентин. Вы меня поразили настолько, что... Ну да, у меня уже и слов нет. Значит, я просил уточнить, что у вас корни собственные были поставлены 2014 год. То есть, запоминаем, 15 год исполнился, 16-2, 17-3, им пошел 5 год, 4,5. Привитое еще моложе на год-два. Теперь... Я себе для памяти только один. Вот он, сын Анджорца, это мое, естественно. Вот. Он уже, я не говорю, что он сладкий. У меня они кисло-сладкие, сладко-кислые, чисто-сладкие. Есть, которые есть невозможно. Вот, вся палитра. А здесь речь идет о том, что это уже сын Анджорца крупнее два раза своего батюшки. Я вам покажу батюшку. Вот, того самого патриарха. Вот, а это просто узелок на память. Сейчас я с вами захожу сюда. Так, где вы у меня делись? Вот, смотрим, что делается на Дальнем Востоке. Внимание. Поехали. Есть фильм, вон там ссылка на фильм. Ну, так интересней. Я не смогу каждый комментировать. Бай Левицкий. Любуемся. Конечно, был лучше бы крупный план. Курдюмов. Кстати, все, уже не Курдюмов. Я вам говорю, Курдюмов это клон абрикоса академика, у него должен был исчезнуть нос. Вы взяли, привили. На что привили, я сейчас не скажу. Не знаю. Нос вернулся, теперь это снова академик. Курдюмов чисто почти круглый, как яйцо. Вот. Но я думаю, Курдюмов не обидится от того, что у вас он обратно принял почти прежнюю форму. Но потом начинается разброс. Следующее поколение вырастите, там будут и круглые, и чуть ли не сказал квадратные. Интересно? Мне интересно. Дальше поехали. Бай Левицкого. Правильно называется Бай Левицкий. Бай это автор, так, а Левицкий это наш волшебник, который его усовершенствовал, скажем так. Так, кстати, уже не Бай. Опять этот изменился. Ой, я вам сколько таких чудес покажу. Он уже не Бай. Так. Это снова Бай. Вот. Жаль, не везде написано. Это... А, привитый. Вот, здорово. Десертный. Дальше поехали. Так. Еще Бай. Так, Курдюмов. Ладно, мы эту фотографию, кажется, видели. Так, Курдюмов привитый. Ну, вот этот уже Курдюмов. Так, дальше поехали. Вот. Опять Бай. И все покажу, не удержусь. Я же причастен к этому. Я же тоже, я как крестный отец, правильно? Амур привитый. 3 года. Так, похож на Амур. Вот. Конечно, качество фотографии. Да, ну видите, их надо увеличивать, но некогда. Когда их увеличится, они гораздо красивее смотрятся. Сын манжурца. Вот скажите мне, или вы напутали, у меня есть таких пару деревьев, выдающихся. Сын манжурца, этот, он должен быть чуть больше ногтя. А вы что нам показываете? Вы нам показываете сына манжурца, у которого папа культурный сорт. Я сегодня рассказывал ученому из этого, из Барнаула. Вот. Вот видите. Пожалуйста, что родитель-то натворил. Вот сюда Амур привитый. Все покажу. Бродского. Так. Сын манжурца, корни собственные, зато урожай уже какой хороший. Так, Бродского юбилейный, черенка вырастил. Так, Воронежская, это моя груша, кстати, сладчайшая. Лада, сладчайшая. Вот интересно, у вас они получатся ли сладчайшие? У меня почему-то уссурийские груши совершенно не портят вкус этих самых. Сами, будучи дикарями, немыслимые дикари уссурийской груши. Дикари из дикарей, а вкус не портят. И что интересно, второй феномен, это то, что они приживаемость-то практически, мне единственный вид это груши, который мне не пришлось приучать по двоем. Сходу, первое же пошли, первое же поколение. Так, Амур привитый. Так, академик привитый, Чернок Бродского. Видите, у него есть академики мои, Бродского. Так, дальше поехали. Амур. Так, ух ты, сын манжурца, сын манжурца, сын манжурца, красный папа. Ага, папа уже не красный. Так, меняется, что это,
Так, красный папа. Ну, вас, конечно, красным его не назовешь. Так, дальше. Лада. Дальше. Я сейчас объясню, зачем это все надо. Зачем я вам показываю. Академик Бродского. Так, дальше. Так, академик. Так, теперь. Ну, еще вот тут несколько фотографий. Я это самое. Ну, вот, конечно, собственно, Артем. Он у меня всегда был самый урожайный. Артем, это Артем не тот, который классический Артем, произведения высок. Это я назвал клон с именем сына. Ну, не попал, не угадал. Получилось теперь два Артема. Но мой Артем, он настолько урожаен, он так быстро растет. Вот. Ну вот, любуйтесь. Если получается, если он корни собственный, то ему не больше 4,5 лет. Вот. Мощный рост, никаких этих, как вот принято, пришлите мне 5-летние саженцы. Человек в уме держит, что 5-летний саженец, это значит, что он в посылку влезет. Так, опять Артем. Ну что, прилично, прилично. Ну он хоть на Артема похож на эту фотографию. Так, сын манжурца, корни собственный. Ой, красота какая. Корни собственный манжурец. Собственно, манжурец. Так. Ну что, посмотрели. Короче говоря, друзья, я хочу сказать, что не то, что мне помирать пора, но это самое дело в надежных руках. Два края России, мокрые, что восток, что запад, и мы имеем то, что мы имеем. То есть, вот, теперь надо Барнаул брать. Я прикинул, Барнаул, конечно, сложновато вырастить абрикосы. Ну, вот такие, да, вот такие должны старые плодоносить 100. Скромные, надежные, вкусные соки, компоты, варенья. А ну, а насчет таких вкусных... Знаете, я в Челябинске езжу на это. Меня возили на девятке, там мы искали пленку, я хотел... Ну, давал советы этому фирме НПО «Челябинск». Они меня внимательно слушали. И один из советов был, давайте поедем, я вам покажу, какая пленка, надо делать обмотку. Она будет более прочная, надежная. И мы объехали, а в этой девятке был этот градусник. Перепады, 8 градусов в одном районе и в другом. Да можно это, Барнауле вырастить всю роскошь, что у меня. Города себя греют.